побывали в храме, поставили свечки и теперь идем гулять по самому Грозному. Ну, очень чисто, ребята, здесь очень чисто. Здесь нет, как у нас в Ростове, бумажек, бутылок, урны стоят. Тихо, спокойно, размеренно, похоже на Осетию, чем-то на Ингушетию. Все-таки соседи, но абсолютно другой мир мусульманский со своими обычаями, со своими правилами. Это проспект Ахмата Кадырова, или бульвар Ахмата Кадырова, отца Рамзана Кадырова, чтобы ничего не перепутать, бывший проспект Ленина, который был разрушен до основания во время Первой Чеченской, Второй Чеченской. И теперь вот восстановлен. Я так понимаю, что здесь, наверное, весной вот в этих горшочках цветы растут. Так, мне надо группу догонять. Ой, а там прямо из сердечек целых аллея. Это я отдельно сниму.